Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики! С вами, как всегда, не первый, но и не последний московский видеоблогер Серега Резников. Сегодня у нас с вами 17 декабря 2016 год, суббота. И я вот только что испек себе из слоеного бездрожжевого теста вот такие вот замечательные пирожки с вареной сгущеночкой. Ой, да чё же, ребята, вкусная штучка получилась. Вообще, с вареной сгущёночкой, вообще сказка просто. Ой, нежные такие, ароматные, пышные, душистые. Сказка. Да, обалдеть можно. Вон, видите, какая красота. А кто это здесь, интересно, подглядывает, а? Лепота. Главное, что не жесткие, а нежные, хрустящие, сладкие, пышные, ароматные. И очень вкусная начинка получилась с вареной сгущенкой. Очень, да, вкусная вещь получилась. Ребята мои хорошие, дорогие друзья и подписчики, а также просто посетители моего канала, не забываем подписываться на мой канал. Ставьте мне побольше пальчиков кверху, пишите хорошие и добрые комментарии. Не обижайте автора, уважайте автора, потому что, когда вы мне пишете различного рода оскорбления, вы думаете, я обижусь на это? Нет. Я на другой день уже, а то и в тот же день уже все забуду. А вы себя разрушаете, держа в себе всякую негативную ненависть по отношению к другим людям. И тем самым вы себя разрушаете. Поэтому никогда не держите ни на кого зло, никогда никому не завидуйте. Делайте в жизни больше добрых и хороших вещей, дел хороших и добрых, как наш Царство Небесное говорил доктор Газ. Творите, люди, добро, творите. Потому что для того, чтобы написать злой, дурной в чей-то адрес комментарий, на это ума много не надо. А вы напишите что-нибудь хорошее. Ну вот, я уже
доел свою порцию этих замечательных пирожков из слоеного теста с вареной сгущеночкой. Но у меня еще осталось там, много еще осталось. Но я человек такой, я знаю меру. Того же вам желаю. Поэтому ешьте и пейте все в меру, а то растолстеете. Ребята, во всем надо знать меру, абсолютно во всем. Ну а на этом, мои хорошие, в принципе, и все на сегодня. Я с вами, как всегда, не прощаюсь, а говорю вам всего доброго, всего хорошего. Берегите себя, берегите своих близких, помогайте своим близким. А я вам говорю всего доброго и до новых и скорых встреч. Увидимся, увидимся и еще раз увидимся. Пока.